Фестиваль «Пикник» в нашем городе проходит с 2019 года. Каждое лето специалисты молодежного центра организуют встречи для семейного досуга. Фестиваль «Пикник» будет проходить завтра в Лиминском парке с 4 до 6 вечера. Там будут различные активности, игра, фрисби, твистер, бадминтон. Просто игры с мячами. Ребята могут сами придумывать различные игры. Можно просто кидать. Будет гигамяч. Мастер-классы будут. Там будет еще зона отдыха с пуфиками, с пледами. То есть все желающие могут принести с собой какие-то продукты питания, там вкусняшки, печенье, еще что-то, чтобы просто отдохнуть. Также можно будет взять книжки либо какие-то настольные игры, чтобы поиграть на природе. На мастер-классе детям предложат создать картину своими руками с помощью сулей и разноцветных мелков. Молодежь и старшее поколение смогут найти развлечения по своему вкусу. Фестиваль возрастных ограничений не имеет.